Доброе утро вам, человеки! Вы смотрите позитивную рубрику «Снимут же такое». Поехали! Итак, неожиданная встреча. Да, вот это усилие со стороны лыжника. Развернулся, поехал в обратную сторону. Да так быстро! Интересно, с чего бы это? А может, причина вовсе не в огромном белом свирепом медведе, а в чем-то другом? Блин, я ж утюг забыл выключить. Второе видео достаточно популярное в сети, оно набрало уже 47,5 тысяч просмотров. В нем лишь один герой. Правда, забавный. Но я все равно не понимаю, почему он так популярен. Может, из-за этого? На самом деле он не такой милый, как кажется. На самом деле это жестокий хищник. Это можно понять хотя бы по вот этому кадру. У него явно в этот момент проскользнула мысль откусить мужику ногу. Кстати, когда малыш вырастет, он вступит в банду таких же злодеев, и они дружной компанией отправятся захватывать мир. Ну и еще один ролик напоследок. Название у него что-то вроде «Суперлунная дорожка». Вот как? Как он вообще сумел равновесие удержать? Если кто не заметил, начало тоже интересное. Паренек как будто танцует интересный танец. Кстати, он вам никого не напоминает? Так вот, если бы тот лыжник умел так сдавать заднюю, ему бы понадобилось гораздо меньше времени на побег. Заходите на сайт portamur.ru в раздел «Форум», на ветку «Снимут же такое» и размещайте там свои видео. И, возможно, они попадут в эфир. А с вами был Александр Марченко, рубрика «Снимут же такое». Апельсиновое утро.